Накануне в рамках операции прошла совместная акция «Мотоциклист тоже хочет жить». Ее цель – профилактика ДТП с участием двухколесного транспорта. Инспекторы ДПС вместе с байкерами останавливали автомобили и проводили с водителями беседы о взаимоуважении на дороге. Кроме того, каждому водителю была вручена листовка. За 3 месяца в Сочи произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, мопедов и скутеров. В результате 3 человека погибли, 4 получили травмы различной степени тяжести.